Мир вам, дорогие друзья! Для чего автопилот в самолете? Чтобы в кабине самолета был хотя бы один непьющий. А при чем тут летчики, вы узнаете сегодня в программе. Российские ВКС теперь захотели отечественного мяса. Американский ведущий бомбил в прямом эфире. Башкирия занимает 5-е место по преступности в России. Во время учений «Запад-2017» вертолет К-52 запустил ракеты класса «Земля-воздух» по зрителям. Тяжелые ранения получили 2 человека. ЧП случилось на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом. Пострадавшие являются журналистами. Предполагается, что инцидент произошел 17 или 18 сентября перед визитом на полигон президента Российской Федерации Владимира Путина. Официально о происшествии ничего не сообщалось. Коля, стреляй! Там гражданские! Они даже не прячутся! Как раньше, старые добрые времена! Стреляй боевыми! Идиоты! Идиоты! Прекратить стрельбу! Это гражданские, не в Сирии! Это вообще невероятно. Если бы это произошло где-нибудь в Европе, да, это бы причислили, наверное, к теракту даже. Сказали бы, что пока все пилоты спали, член ИГИЛ проник в кабину пилота, ждал там под сиденьем и в нужный момент нажал педаль, чтобы стрельнуть какую-нибудь ракету и уничтожить этих ненавистных европейцев. Или какой-нибудь, начался бы жесткий скандал, там, отстранили генералов. Но я в этом уверен, что так бы просто после травм, полученных гражданскими, они бы не отделались. Тем более это сделал военный вертолет на учениях, где куча журналистов и прочих людей, которые это обозревают. В нашей стране все об этом уже знают, ну, по крайней мере, большинство, кто хотя бы на Ютубе сидит. В итоге никого не отстраняют, никаких разбирательств. Почему, пролетев вот это огромное поле, как вы можете видеть на видео, ракеты почему-то выпускаются именно в направлении гражданских, а не куда-то в случайное место. Я не знаю, это либо там сидит какой-то психопат, либо они действительно привыкли убивать мирных жителей. Известный американский ведущий потерял терпение в прямом эфире из-за шума в ухе устройства, которое используют ведущие для различных передач и подсказок. What's going on? Why am I losing this? Why don't I have sound? All right, it's back. Someone's pressing buttons and turning my sound off. Who's asking for a Labor Day rundown in my ear? Те, кто хотя бы раз пользовался этим устройством, знают, как это может раздражать и отвлекать. Но я пытаюсь его защитить, потому что это очень смешно и... God damn it. 10 seconds. Get... And tragedy, and into that tragedy today stepped the President of the United States. 23 seconds. There's insanity in the control room tonight. Он говорит, какое-то безумие в комнате управления сегодня ночью. Что же мне делать? Далее его начинает бомбить еще больше. А причина всему этому какие-то строительные работы наверху. И вот его реакция. Who had been missing since Sunday morning. You have insanity in my earpiece. Don't leave it there. It's not my earpiece, it's somebody talking on our lines. Fuck. 10 seconds. Fucking out of control, shit. Clear. Stop the hammering. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Where is it? I don't know, it's on a different... Where's the hammer? It's on a different... Is it on the... Go up on the other floor. Somebody go up there and stop the hammering. Stop the hammering! I'll go down to the goddamn floor myself and stop it. Keep the goddamn commercial break going. В конце его начинает бомбить уже настолько от шума в ухе, и он начинает переходить на всех остальных, включая гостей.
Jesus Christ. Crazy fucking sound coming in my ear, this fucking stupid hammering. Some woman talking about what we're doing after the show. Fucking guests' faces coming up in the middle of a fucking script. Может быть, человек просто устал быть роботом, который делает все строго по сценарию, и его свободный дух вырвался, а шум был лишь катализатором. А вообще, каменные лица на ТВ уже немножко надоели, и такие забавные случаи только освежают картинку. Но тут, конечно, могут быть разные мнения. Any fucking thing can come into my ear at any moment. That's what I know. Anybody can get into my fucking ear at any time. Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе. Давайте будем сниматься, пускай там все молчат. Мы будем строить и реконструировать дороги, а не заниматься мелким ремонтом. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйня какая-то. Башкирия вошла в топ-5 преступных регионов России по версии Генпрокуратуры РФ. Согласно исследованию, всего за первое полугодие 2016 года в стране было зарегистрировано 1 миллион 30 193 преступления, на 12,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В целом по стране преступность падает. В 76 регионах количество регистрируемых преступлений снизилось и лишь в 8 возросло. Самой криминогенной, несмотря на спад, осталась Москва с 71 961 преступлением. Сразу за ней Московский округ, 43 600 преступлений. На третьем-четвертом местах Краснодарский и Челябинская область, 33 000 и 33 300. Пятерку лидеров замыкает Башкирия. У нас зарегистрировано 29 533 преступления. Правда, по сравнению с предыдущим годом произошел спад на 17,9% из общего количества преступлений в 16 800 расследованы и 11 000 до сих пор не раскрыто. К слову, соседний Татарстан тоже оказался в рейтинге, правда, он занял в нем 10-ю строчку. Пацаны, год культуры! Хорош выносить цветочные, пошли в театр, пошмаляем кого-нибудь. Сизый, ты чё? Театр устарел, пошли в музей. Ладно, хамит разрешил, пошли. Толпы диких отморозков избивают и убивают, считай, ни за что-либо соседей, тем более приезжих из больших городов. Лично слышал много историй, когда человек приезжает в какую-либо деревню или малый город, и на него набрасывается стая полулюдей-варваров, просто так. И жестокосердие их увеличивается с каждым днем. Множество бытовых преступлений, ограблений, и при этом, несмотря на бюджет полиции, так сказать, полевых работников, таких как опера, ППС, становится все меньше. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк. Что тут происходит? Ну, не пугайся, я пришел не как завоеватель, но как освободитель. А что тебе надо-то от меня? Вон, в том сейфе лежит ответ, как изменить страну и сделать граждан счастливыми и добрыми. Интересно? С пюрешкой? Чё? Ой, извини, песню одну вспомнил. Да, конечно, интересно, открывай. Не-не-не, это великая ценность. Ты должен будешь пройти испытание. Ну ладно, с чего начнем? Продолжение в следующей серии.